Այսօրվա հանդիպմանը մասնակցում են 14 կազմակերպություն Վոլգդայի շրջանից, Բենզայի շրջանից և Աստրախանի շրջանից Ռուսաստանի Դաշնության։ Ներկայացնում են շատ տարբեր ոլորտներ, սկսած դեղագործությունից, վերջացրած արդյունաբերությունը։ Այսօրվա մեջ հանդիպման նպատակը դա B2B հանդիպումներն են հիմնականում։ Գրեթե բոլոր կազմակերպությունները, ովքեր այստեղ այսօր ներկա են, բնականաբար եկել են Հայաստան իրենց ապրանքը վաճառելու համար, բայց լինելով գործարար, բնականաբար իրենք պատրաստ են նաև քննարկելու և դիտարկելու Հայաստանից ապրանք արտանելու դեպի Ռուսաստան։ Այսինքն ապրանքը շրջանավարության մասին է խոսքը գնալու և նախնական պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու համար։ От имени Ереванской торгово-промышленной палаты благодарю Пензенскую областную торгово-промышленную палату, Астраханский и Вологодский центры поддержки экспорта. Я, пользуясь случаем, небольшие сувенирчики вручу, да, с вашего позволения. Спасибо. У нас сегодня участвуют делегации из Российской Федерации, а именно это Пензенская область, это Астраханская область и Вологодская область. 14 компаний очень разнообразны, поэтому после небольшого открытия мы перейдем к формату B2B. Сзади зала будут рабочие места, как вы видите, и прошу всех активно вести переговоры. Добрый день, уважаемые коллеги. На самом деле очень приятно здесь находиться. Я здесь уже второй раз. А в прошлом году мы делали аналогичную бизнес-миссию, перевозили также предприятие малосреднего предпринимательства. Я уже говорил на телевидении, что по итогам прошлогодней поездки у нас было два контракта на поставку изделий, производимых с территории Пензенской области. Мы также заинтересованы продолжить данное взаимодействие между нашими регионами, странами. И в этом году мы провели 5 предприятий разноплановых, которые заинтересованы в налаженном отношении между нашими предприятиями. Я также очень рада присутствовать на данном мероприятии. Мы впервые находимся в Армении, и это нам особо радостно от этого и трепетно. И хочу сказать о том, что Астраханскую область и Армению связаны давние дружеские отношения. В 2006 году у нас заключено соглашение о сотрудничестве в культурной сфере и в экономической. И армянская община в Астраханской области представлена достаточно большим количеством. То есть это самая большая община в России –